Потрясающе. И на одном кусте будут и такие, и вот такие, и оранжевые. Не роза, а чудо. Аромат какой от них. И лариса. Еще серединочка розовая прелесть. Здесь у меня пиончик расцвел. Ему тут темно, надо пересаживать. Хотя он сам по себе поздний, но все равно это не дело. Осенью пересажу, надеюсь. 23 мая сегодня. У нас очень жарко. Сейчас быстренько пройдем. Зацвела очередная листная спирейка. Кусточки растут. Матереют, расширяются и становятся больше. Чистить прудик нужно. Это все бульдонеш. Здесь где-то бутончик. Вот он. Скоро будем цвести. Солнышко, жарко. Сюда пройдем. Моя красотка цветет. Чудо-розы. Восхищаюсь ее. С первого же года, после того, как я ее посадила, она вот так вот цветет. И ни разу меня не подводила. Красавица. Забор розовый получается, ну, надо же. Ой, красавица. Так. Ну что, моя лагуна? Никак еще. Пока еще никак, бутона уйма. Здесь хорошо, в тенечке, под розами. Небо голубое, голубое, чистое, ни одной тучечки. Ну и ирисы мои замечательные. Лагуна. Ну и пройдем дальше сейчас, вот розочка. На персик забралась. Очень даже неплохо себя там чувствует, чувствую я. Ой, ароматы. Жасмин еще пахнет, еще цветет и пахнет. Солнышко какое. Так, тут у меня еще пинг. Дрезден пинг. На бутонах.
Вот как интересно растянулось цветение пионов, насколько, на какое время. Так, это роза. Роза. Ой. Тоже аромат какой. Вот она красотка. Ой, уже падает. Так, сюда прошла небушка. Так. Повернулась к заборчику. Так, идем. Солнышком. О, вот. Ну, а теперь пройдем здесь. Самая первая. Она зацветает. Чинка до мая. Умничка. Так. Там еще одна красавица. Здесь еще кое-где цветут, естественно, чиппендейл. Так. О, что я увидела? Здесь уже лилейник. О, такой огромный бутон. Завтра, послезавтра откроется. Здесь красота. Интересно, как выбелило солнышко цветочек. Она даже красивый какой получился. Так. Здесь эти симпатяги цветут. Ирисы уже цвели в этом месте. Вот тоже не пойми что. Сажала один. Получила, как я говорю, получила то, что получила. Деньги за картинки отдавала. Здесь они недавно пересаженные, поэтому еще полную силу не вошли. Ириски еще симпатичные. О, солнышко. Дальше пойдем посмотрим, что тут. Держатся еще. Надо же. Вот как интересно, какого они цвета стали. Ну что вы, еще держитесь? Держатся оранжевые прям. Этот еще симпатичный. Этот совсем уже не погорел. Да. Сейчас туда пойду. Old Faithful. Так, там что? Ну вот отсюда.
Прекрасно видно из Перейка. Красотулька. Но всегда у меня цвела вместе с розами. В этом году пока розы. Только на бутонах. Да, конечно, интересный этот пиончик. Эти два пиончика. Ну и тот пересорт очень даже себя достойно ведет. Розовенький, розовенький. А, прелесть. Клематис какая, какое чудо. Так, здесь цветет Маргарет принцесса. Бедненькие. Жарко. Так, и вот эта красотка зацвела. Я ее в прошлом году пересадила. Ну, тоже горит на солнышке. Хотя здесь... Ах, красота какая. Только утреннее солнце. Забыла, как ее зовут. Приеду, дома посмотрю. Ну, вот отсюда. Вот так вот. Ну, пойдем к пиону. Риски умницы. Овсяницу. Овсяница зацвела. Я всегда вот эти вот... И эти убираю. Потому что она потом насеется. Мне не надо. Такого счастья. Вот как интересно. Здесь еще лилейники совсем. Я даже и не вижу стрелочек. Ну да ладно. Пришли мы к пиону. Погорел он, бедненький, весь. Солнышко нещадное у нас сегодня. До 30 будет, я так думаю. Это по прогнозу. По прогнозу на самом деле, думаю, будет больше. Особенно на солнце. Так. Идем дальше. Здесь Тичмаршалан. Уже розочки раскрываются. Так, здесь принц Монако. И здесь еще ириски. Ну вот, коричневые они. А здесь прям симпатично. Этот меня порадовал. Уже, конечно, погорел. Ну да ладно, теперь я ему прощу, потому что прям симпатичный кустик получился. На следующий год, годика через два, будет даже ничего. Так, ну вот эти пустые, это уже можно обрывать, ничего из них не будет, толку не будет. Вот. Идем дальше. Розочки. Идем, идем, никак не пройдем. Так, пройду здесь. Еще ириски. Вот такие. Этот уже осыпался. Это вот те, которые я в прошлый раз показывала. И тут еще кое-кто есть. Так. О, вот это вот я долго ждала. Вот эту ириску я ждала очень. Это вот из этой серии. Ну, я рада. Так вот, стою и думаю, а нет ли их у меня уже давным-давно.
не растут ли они у меня такие. Да ладно. Так, Венгела. Здесь айсберг. Вот это в прошлый раз меня врезало. Вот Red Grace. Это мои а-ля Саланджи. Там еще. Ой, какая красота желтенькая. Ой, какие красивые. Так. Естественно, уже фистила Максима тоже уже никакая. Так. Начинает зацветать. Окрашиваются бутончики Ярарацара. Тут прям красавчики беленькие. Здесь. В этом году этот пиончик меня порадовал. Прям симпатичный. Ну, это малышка, ее надо оборвать. Нечего селенки забирать. Давай матерей. Оторвала. Понюхаю сейчас. Ну, хорошо пахнет. Так, оревал. Варзела. То, что оборвала, это Виктория. Какая дубовская. Так, здесь моя малышня. Так. Ну что, умницы. Умница. И эти не очень умницы, потому что сгорели. Такие я их в прошлый раз не обрезала, пожалела. Так. А там прям молодцы, меня дождались. А это, ну это не конкуренция, конечно, это Генри Бокстекс. Ну, там ирисы еще, сколько их. Ой, красиво, все равно красиво. Жарко. Так, вот здесь солнышко. Так, вот здесь. И вот этот ирис я думала, что потеряла очень его. Всегда жду. Ну, слава богу, он у меня есть. Так. Так. Лучок вот такой симпатичный. Так. Опять возвращаюсь к пионам. Меринда, посмотрите, какая красавица. Прям красотка. И это красота. Сейчас туда пройду. Это Меринда, красоточка. Этот кустик цветет. Скоро Бен-Веню зацветет. Ирисы прям огонь. Ух, красота какая. Так. Здесь Генри Бокстекс. Этот зацвел поздний. Не пойму и не знаю, кто это такой. Еще один бутон еще. Этот сгорел. Так, это патиенца. Красавица, бля. Так. Этот не знаю. Вернее, этот покупала как могучий. Ну, красота. Мне еще подарок. Последний цветочек зацвел. Ну, красота какая. Заяц хорошенький. Ну, вот так вот. Ну, такие красотуны у меня здесь. Этот люблю очень пиончик. Ну. А это вообще чудо.
пока еще последняя, но ну, очень на себя похожая, но красавица. Вот, желтая, желтая, это что-то. Красавица. Так, идем дальше. Отсюда розочка. Эти красавцы цветут, умнички. Здесь мой фальстав уже оплавился, вижу отсюда даже. И полив не помогает. Здесь любимая мною геранька. Пойдем дальше. Есть красота. Ой, эти гончики как очень даже неплохо смотрятся. Старинные. Чарльстон. Виноград. Вот так вот. С этой стороны потом пройду туда. Оттуда, с другой стороны, посмотрим. Так. Ну, все, дорожка из пионов. Никак уже. Еще там один пиончик есть, но он самый поздний. Потом процветет. Идем дальше. Идем, идем. Мой шарик клематис. Клематис воздушный шарик. И кто у нас тут? Мелкота какая-то. Питается. Это пузырь-плодник. С пушистиками-детками. Вот они. Коричневыми становятся. Здесь роза уже начинает себе показывать. Так. Ну вот, день назад я здесь наводила порядок. Красиво. Ну, убирать отсветшие уже сегодня надо, но это постоянно, за ирисами только так. Сегодня цветут, завтра надо убирать. Так, гордыня бедненькая, вот это о чем я говорила, она только сколько, 3 дня тому назад полностью цветочки раскрыла, сегодня уже осыпается, жара. Почему я удивлялась, когда у нас прохладно было, что сегодня еще очень даже симпатично выглядят и не опалят. Потому что было прохладно. Это вот наш климат. В прошлом году я их перекормила, а в этом году, похоже, не докормила. Ну, вот так вот желтенькие, не очень красивые. Так. Так что с перекормом тоже будьте аккуратны. Отсюда вот так вот. Нимфейки.
Вот мои нестриженные. Не успеваю. И некогда. Плохо этому пилончику. Хотя я в прошлый раз полила. Его полила. Не хватает водички. Хотя земля влажная, солнышко нещадно палит. Обрезала пузыреплодник в прошлый раз. Ну вот, стал поаккуратнее. Здесь наверху еще не трогала. Так, идем дальше. Идем дальше. Здесь солнышко, а здесь тенечек. Ленинг. Уже все надо приводить в порядок. Так. Здесь красота. Ну вот. Очень даже ничего. Пускай он маленький. Зато очень симпатичный. И красавчик такой белый-белый. Прям прелесть. Такая ириска. Не видит телефон на таком солнце. Ну вот сюда. Показываю вам все как есть. Отцветшее, зацветшее, завявшее и цветущее. Все как положено. Ну вот этот еще будет попозже, он самый поздний. Ну да, это вот он. Здесь уже все. Красавчики были. В этом году пионам повезло. Сколько они времени продержались. Там мои зеленые дудочки. Так, здесь тайдолы разрастаются. Это по одному растению в ведре. Это красавица, кажется, горок. Это лютый шалот. Так. Ну, сюда поворачиваемся. Здесь мы в прошлый раз порядок наводили. Даже все ничего. Так. Здесь чипендейл. И отсюда. Это умница розочка, надо же. Не поплавилась на солнце. У нас такой цвет очень плохо солнце переносит. Хотя нет, конечно, и это поплавилось. Но не так, как Фальстав. Красавца. Красавца, какая прелесть. Желтенькая, оранжевая, синяя, фиолетовая. Ну и здесь отсюда. Вот так. Здесь красота, мне кажется, даже посимпатичнее стала, чем было. Бедненький. К вечеру он, конечно, оклемается. Но через день уже можно будет и его обрезать. Ирисы держатся. Солнечный цветок.
И там еще один, тоже в прошлом году, жертва перекорма. Розочка. Прошли. Сейчас еще там пройду, посмотрю. Туда. Здесь еще ни одной стрелочки не вижу. Ни одной. Ну, надеюсь, все-таки не цвести будут. Розариум Юттерсон. Красавица. Розочка. Так. Сюда я пришла. И вот такой видок отсюда. Еще даже очень красиво. Розочки, красавицы, вот все время, постоянно картинка меняется. Иду дальше. Розочка цветет, моя красавица. Вот какая красотка. Так, нестриженные мы пузыри плодят. Ну и вот они, ирисы. Так. Вот все. Что-то еще раскрывается. Которая рванула в Поднебесье, к небесам. Бедные нимфейки, даже нимфеи плавятся. Вот такое вот чудо, не пойми что. Что это такое? Паутинка с паучком и какие-то семена. Вот будет у меня в уборке потом, как вырастет все это. Так. Ну, еще красиво. Очень даже красиво. Так. И отсюда симпатично. И здесь хорошо. Розочки мои отсюда лучше видны. Идем домой. Все. Обошли мы с вами, посмотрели. Мне пора уходить. Я сегодня только сделала съемки. И все. Идем.
Ой, какие они желтенькие, какие они красивые. А здесь другие желтенькие тоже красивые. И не только желтенькие, а всякие. Пока-пока. Так. Уходим, уходим. Отсюда. Отсюда. Вот туда. Бедная моя гордыня. Дорожка. Здесь моя дорожка. Хвосты растут. Гейферы начинают цвести. Все красиво. До свидания. Всем всего хорошего. Здоровья и мирного неба над головой. Эти уже на бутончиках самые простые, люлейнички. Там я вижу, у меня самый первый люлейник. Тоже со стрелочками. Ну, надеюсь, все будет нормально. Ловим момент, пока розы не сгорели. Плевать надо. А я ухожу. Ну, моя красотка. Перья. Домой, домой, домой. Я с перейку отсюда полюбуюсь. Очень я ее люблю и очень всегда жду, когда она зацветет.